Сегодня напишем такой прекрасный домик в ночи, зимний. У меня мастихин рыбка, картон переплет не загрунтованный, краски масла, и можно писать акрилом. Линия горизонта сначала, это где-то 1/4 часть будет. Вот серединка и еще, может быть, чуть выше, чем 1/4. И еще один где-то вот тут, вот тоже пополам, чуть меньше делим. И вот такой вот косой тут он возвышается. Потом в серединке, вот серединка, но правее чуть-чуть наш домик будет. Где-то тут, значит, прямая линия, параллельная этому краю картины. И где-то вот столько, да, прямоугольничек такой, тоже параллельная этому краю картины. Соединяем где-то вот до сюда, тоже параллельная верхнему краю картины. Ну, чуть-чуть неровности, простите, это такая избушка. Может быть, чуть-чуть ниже вот этот сугробик, подлиннее тот. И вот так. Тут вот такой квадратик. Там свет будет гореть. Отступили. Параллельную тоже нарисовали. Вот этой параллельную ровненькую линию. И косые вот такие вот сделали. Вот так, диагональненько. Так, теперь берем мастихинчик. И начинаем с неба. С неба, с неба. Белый. Карминовым розовеньки чуть-чуть. Ой, только чуть-чуть. Нежно-розовый такой. Ну-ка, сюда вниз. Может быть, телесный, если есть, можно добавить. Если нет, то так нету. И закрываем все наше небо. Такое предзакатное или предрассветное. Ну, давайте сразу же этот же цвет, он остался на мастихинчике. Вот сюда, вот по доме, где будет свет отражаться, можно нанести. Белый, желтый с розовинкой, то есть посветлее оттеночек, вот сюда, на горизонт. Вытерли и еще вот так. Смешали чуть-чуть. Чуть-чуть так смешали, объединили, да? Идем дальше. Фиолетовый или ультрамарин берите. Фиолетовый, карминовый, чтобы такой ближе к сиреневости, наверное. С беленьким. Ой, краска взяла. С беленьким. Светлый такой оттеночек. Ну-ка, может, еще больше карминового. Вот такой, да, лиловый красивый оттенок. Сюда добавляем на небо. Можно даже какой-то импрессии, не знаю, создать, да? Так я поначалу все вырисовываю красиво, аккуратненько. Может быть, создать импрессию, мазочек этот. Вот так соединяем. Вытираем мастихинчик. Так, потом на ультрамарин переходим. Ультрамарин только, наверное, с белилами. Вот на этой фиолетовой базе светленький, да, такой оттеночек. Да, ой, какой красивый цвет. Любой синий берите, какой у вас есть. Лучше ультрамарин, если есть. Так, добавляем. Это как бы небо ночное, но оно так красиво написано на референсе. Как будто как облачками, знаете. Даже вот так вот вписываю, втираю я. Вот так вот на мастихи наливаю и втираю. Вмазываю этот цвет в картон. Это такая не импаста техника, но мне она очень нравится. Где-то красиво смотрится. Так, большими, да, объемами, не маленькими мазочками это все делаем. Растяжка такая получается красивая. От светлого потемнее, потемнее, потемнее. И сюда, наконец, прям чистый ультрамарин. У меня это ультрамарин светлый, кстати. Поэтому придется еще индиго добавить. Побольше вот теперь сюда я захожу этим ультрамарином. Побольше неба темного надо добавить для того, чтобы звездочки были видны. Да, больше вот прям фиолетового. Вот сюда вот где-то даже чуть-чуть так захожу. Так, и индиго вот сюда вот по краешку. Где-то можно добавить. Индиго или черный берите. Так. Ночь. Где-то так вот. Посмотрите на мои движения мастихина. Как я ручку, да, ворочу.
То есть очень неаккуратно. Как говорят, не легко, да? Ну, смотрите, чтобы индиго этот все-таки переходил сначала в ультрамарин, а потом вот этот фиолетовый, розовый и так далее. Чтобы такая плавность какая-то была. Вот так. Отлично. Щетину. Белую красочку хорошенечко разбавляем. И напырскаем звездочки. Вот так вот аккуратненько. Особенно вот тут на синий, этот на черный красиво будет смотреться. Прям много-много добавляйте их. Ультрамарин с пилилами. Ну, потемнее. Вот сюда наносим снежок наш. Он не белый, да, он вот такой вот отражает небо. Аккуратненько заходим. Так. И тут потемнее можно еще. Тут чуть-чуть потемнее. Ультрамаринчик. И большими такими пластом красочкой кладу. Большим объемом. Как сугробы лежат. Обхожу наш домик. Так. И тут темноты такие. Горизонтально, диагональными такими линиями. Индиго. Вот тут вот, да, чуть-чуть отступаем. Место три елочки. Одна повыше, вторая поменьше, третья самая маленькая. И елочки это у нас кончиком мастихина вот так вот делаем. Это у нас конус. Тут узенько, тут шире. Расширяется. Так, одна средняя. Одна маленькая. Мелкие детальки. И повыше, самая высокая. Такие прижались друг к дружке. Конусиком. Так. Тут тень под ними. Индиго плюс ультрамарин. Закрашу пока окошко. Темненькая. Темненький домик по сравнению со снегом. И крыша. Вот ультрамарин. Крыша как снег примерно такого оттенка. Тона. Бело-голубым каким-то. Тут чуть-чуть снега. Бело-фиолетовым. Вот те оттенки, которые для неба мы использовали, сюда отразите. Тут как бы снег на крыше, и он отражает небо. Так. Тут индиго можно что-то тут проработать, еще детали какие-то. Окошко сначала оранжевый с желтым. А потом желтенький. Или даже лимонные. Чтобы вот это свечение было, да, и как красиво. Бело-лимонным или бело-желтым. Тут по низу крыши тоненько протяните. Отражается свет. Тепленький. Сразу так тепло, да, когда свет есть. Ночи такой, холодный зимний ночи. Ультрамарином что-то тут потянуть. Горизонтальными такими бревнышки какие-то сделать. Все, и забор индиго. Вот так он идет. Бочком мастихина. Процарапывает. Так. Под окошком. И туда куда-то идет. Давайте, ладно, сначала вот тут вот это делаем. Бело-розовым. Телесной или желтинкой. Вот тут, да, у нас уже есть эта розовинка. Потом на
розово-фиолетовый переходим с белым. Свечение такое, отражение на снегу. Красивое. Фиолетовое с беленьким. Как на небе мы делали по тому же принципу. Фиолетовый. Даже, не знаю, индиго с синим. Тут в этом углу. Темноты такие. Так. Индиго. Труба. О! И на беленький переходит. Так. Прям сильно ем. Маленькое окошко какое-то сделала. Такое побольше. Так, и тут желто-оранжевым. Оп. Потом желтенький в серединку. Под окошком внизу. И лимончик. Отраженец такое. Тут чуть-чуть падает свет на заборчик. Дальше протянули его. Можно кисточкой проработать. Тоненько это. Подписываем. И наша красивая картина готова. Приятного вам рисования!